Здравия желаю. Вот это вечный двигатель на базе, вот он, колесо маховое, на базе руля Амрон, вот здесь колесо маховое. Мотор 400 ватт, но при таких оборотах он берет, я высчитывал по счетчику, 27 ватт. То есть 2 секунды работает, это, вот эта фигня, сети, 20 секунд отключено. Для чего это отключается? Чтобы за 20 секунд ток вернулся назад, видите, чтобы не было разбора сети. Вот он, пошел, вот сейчас назад пошел. Пошел назад. 20 секунд идет назад. Обращение идет, но уже замедление. Вот он встал назад. И опять пошел. То есть на одном месте. За часа три работает. За счет отката тока. Так здесь конденсаторы. И ток как бы берется, и в это время, когда выключено, конденсатор держит напряжение и откатывает. Значит, он берет 27. Сейчас покажу эту схему, чтобы понятнее было. Так. Вот тут есть. Схемка, вот она. Вот, значит, вот этот выпрямитель белый, я рисовал квадратик. 17 вольт. Ну, он когда под нагрузкой, у него получается 14 17 вольт. Далее вот сеть идет, сеть, а вот тут реле, в сети стоит реле Амрон. И вот счетчик, 2 секунды, включено, 20 секунд, выключено. Так. И вот это колесо, крутится, мотор, и вот колесо даем. Колесо, короче, крутится колесо. Вот оно включено, 2 секунды дает импульс, 2 секунды. Потом отключается, здесь раз, закрыли. А здесь идет движение за счет маховика, а также обратный ток. А сюда, отсюда пошел ток обратно в счетчик. Вот такая простая схема. Получается здесь при включении он 27 ватт это. А когда выключен, 17. То есть берем среднюю берем 27 плюс 17. 44 делим на 2. 22 ватта, то есть система слабая, 22 ватта. Ну, для усиления тут надо уже побольше все брать. У меня нету. Но это не важно. Вот АКБ взять 3 штуки, то можно уже подключать БТГ, уже, как говорится, мощный. То есть уже потому, что я рассказывал вчера. Еще раз проверял, все готово, в принципе.